Есть всегда хесед и гвура. Есть два качества такие в иудаизме. Авраам Авину это был хесед, типа все будет хорошо, вообще не смотрим на последствия, делаем, Бог поможет. Гвура Ицхак, он говорит, а вдруг не поможет, а вдруг я сейчас согрешу, а вдруг у Бога другой план, а вдруг я лучше буду сидеть, и тогда точно не будет ошибки. Это гвура, да, то есть как бы бояться за последствия своих поступков. И Яаков, это качество какое? Эмет, значит, истина. Он говорит, секундочку, а давайте-ка просто рационально посчитаем, ну, там, какие-то статистики и так далее. Ну, есть законы, которая, она нам дала огромный инструментарий для того, чтобы понять, что делать в каждой ситуации. Просто если знать Тору, тогда не нужен хесед, не нужен гура, а нужно просто знать, как оно, что говорит нам Тора, делать, а когда ты делаешь по Торе, тогда что? Тогда Бог тебе помогает, и будет все хорошо.